то же самое. Еды внимательно. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к незаконному отстрелу дикого животного причастен знакомый задержанного, житель Смоленского района 1968 года рождения. У него изъяты 3 зарегистрированных охотничьих ружья, охотничий нож и боеприпасы. Противоправными действиями подозреваемого охотохозяйству причинен материальный ущерб на сумму свыше 450 тысяч рублей. В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Смоленскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Незаконная охота». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.